над твоими шутками никто не смеется, я бы так поступила. Твой искрометный юмор никто не ценит. Что, если он искрометный только для тебя? А что, если твои шутки плоские, как блинарий? А что, если они не оригинальные? А что, если... Если только думать о шутках и не шутить, то тогда бы и стендаперов с клоунами не было бы, и бывшего моей подруги. Может быть, никто не смеется над твоими шутками, потому что они обидные? Обдумай, обкумекай свои шутеечки. Попробуй шутить не про кого-то, а про что-то. Фильтруй свой базар и шути в необидном формате. Тебе бы ведь не хотелось словить похабную и неуместную шутку про себя. Если стеснительности у тебя нет, устрой тест-драйв для своих шуток. Собери своих знакомых людей, животных, встань напротив и шути с размаху и наотмашь. Упражняйся в юморе, а потом спроси украдкой, что понравилось, что не понравилось. А в целом ты по лицам поймешь, какие хихоньки да хахоньки заходят лучше всего. Выводы сделай и от этого отталкивайся при построении юмора.